Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин. А вчера в этом видео мы разговаривали с вами про альткоины. Когда будет альт-сезон? Причем настолько подробно я вам все рассказал и показал, что раскрыл вопрос о обычном альт-сезоне, поговорили про монеты, а также коснулись очень глобального альт-сезона, который все ждут. Поэтому посмотрите, очень актуально. Ну а что касается дня текущего. Мы с вами поговорим про биткоин, поддержку. Мы поговорим с вами про экономическую фундаментальную составляющую инфляцию. Мы с вами затронем возможное поведение биткоина в ближайшем время. Также затронем с вами Боллинджера. И, конечно же, поговорим про логику у Вайкова. Не забывая посмотреть Kingfisher. Итак. Теперь давайте посмотрим здесь на данную локальную наклонную линию о которой я очень часто и рассказывал и показывал в своем телеграм канале, да, достаточно бодро публикую вам здесь информацию, обязательно подписывайтесь, так как важнейший ресурс на крипто СНГ просторах, обязательно подписывайтесь. Вы видите, что об этом я и рассказывал и показывал многократно. Соответственно, это был один из трех сценариев поведения цены после дампа от 17 августа. Мы с вами зафиксировали себе варианты, и вот это движение по одной из наклонок является вот этим сценарием. Так, так самым позитивно, кстати. Так вот, мы все еще действительно держим и удерживаем цену на данной наклонной линии. И здесь очень важно кое-что понять, так как у нас осуществлялись некоторого рода проколы. Давайте мы здесь буквально тезисно. Первое. Что может случиться, если действительно цена кольнет в район 25-166? Я об этом многократно и писал, и рассказывал. Сейчас лаконично. Чем ниже вдруг пойдет цена, тем острее будут конвергенции. Конвергенция это расхождение между индикатором и ценой. Соответственно, в ближайшем будущем цена обязательно, в 100% случаев, всегда вернется за индикатором. Повторять прошедшее видео я не буду и показывать там RSI, MACD, объемы и другие индикаторы. Дело в том, что чем ниже, тем острее будут вот эти конвера, и тем острее будет пружина для отстрела. Эти отстрелы вы уже могли лицезреть и здесь. И здесь. Но это были конвера на более низких таймфреймах. Все, что касается однодневного таймфрейма и старше, это, естественно, наружничек 25 166 и ниже. То есть вот вся вот эта категория. Вот у нас здесь обозначены все данные линии: 25166, 166, до 800, 24 540 и 24 000. Также не забываем про чистые 25 000. Я ее не фиксировал, но мы договорились, что вы о ней помните и знаете. Но так как мы пока находимся вот на этой локальной линии, да, трендовой, мы ее пока не пробиваем. Это очень хорошо. Но она не двужильная и может пасть. Однако были случаи, что подобная линия держала цену очень и очень долго. Мы об этом скажем чуть-чуть позже. Но сейчас я вам хочу кое-что показать. Впервые, кстати, поэтому все, кто смотрит пятничное видео, кстати, последнее видео на этой неделе. Мы встретимся в лучшем случае в понедельник, так как у меня выходные. Так вот, обратите ваше внимание. Локальная линия. Так, так. Но в то же время у нас образовалась еще и другая локальная линия. Так-так. Это нормально. И, соответственно, три точки на одной плоскости. То есть на одном луче. Это очень и очень и очень круто, поверьте. Так вот, от откуда что берется. Можно ли и такие вещи предугадывать? Да, то есть, что возможен прокол до этих зон. Безусловно. То есть если мы будем проверять вот эту локальную наклонку, вот мы ее сейчас с вами нанесем, то мы получаем, что вот этот вот луч, да, который у нас образовался, это не что иное, как 0.618. Золотое сечение. Как раз таки мы помним, что самая идеальная коррекция всегда у нас идет до 0.5 на 0.618 первостепенно. Помимо всего прочего, микролокальный оплот еще у нас есть 0.750, да, в том числе, то есть это на день текущий это 25320. Ну и, соответственно, единицы это 25166. Это для того, чтобы вы понимали силу трендовых наклонок и просто поддержки или сопротивления. Что касается, в принципе, стратегии, вы помните первого числа в этом видео, я в начале каждого месяца фиксирую стратегию, которая была представлена в первых числах прошлого месяца и рассказываю в первых числах, как в этот раз с сентябрем, что будет в этом месяце, да? и мы уже 1 октября будем сверять, прав я оказался или нет. Так вот, одна из идей у нас была то, что цена от 1 сентября будет двигаться в район 26 520-27-120, вот в этот блок, после чего может отскочить в блок, то есть в район 24 800 24 тысячи. 25 в том числе сюда входит. Но все, что идет сюда, очень серьезно тягивает конвера. Мы об этом уже сказали. Что ж, ну если здесь идет пробой, доход до 27 120, то есть варианты. Посмотрите данное видео, чтоб я не повторялся. Идем дальше. Теперь я напомню и хочу здесь отметить, что я говорил и прогнозировал в недавнешнем видео, я сказал, я прогнозирую быковик до 13 сентября. Более подробно я об этом расписывал и показывал и рассказывал в своем бесплатном закрытом реферальном чате. И на принципе Боллинджера, я вам сегодня его в том числе покажу и других составляющих. Поэтому все, кто хотят попасть и сюда, обязательно торгуйте на бирже BitGit. Ссылка в описании, после чего напишите мне в личные сообщения. Это сделать очень просто. Так вот, если мы будем говорить про 13 сентября, то есть 13 сентября мы с вами узнаем данные по инфляции. Прогноза официального сейчас нет, но мы знаем, напомню, по данным Trading Economist, что примерно прогнозируется 3,4. Мы знаем, что этот прогноз не всегда стопроцентный, но у него есть коридор, допустим, от 3,1 до 3,4. -е. То есть результат инфляции может быть как позитивный, так и в то же время негативный. Но, тем не менее, прогноз был в том, что до 13 числа включительно будет боковик. И только 13 числа после данных по инфляции мы получим всплеск волатильности. На том стоял и стоять буду. Поэтому будем проверять. И в том числе 20 сентября у нас тоже будет очередной всплеск волатильности, когда мы узнаем ставку по ФРС. Кстати, она пока практически 100%, что ее менять не стоит. Но данные по инфляции могут немножко это поправить. И в доказательство того, что действительно боковик будет до 13 числа. И почему я вспоминал? Дело в том, что на примере Боннижер я говорил, что вот скоро появятся ворота. Вот они и появились, естественно. То есть горлышко сформировалось. Соответственно, в этом горлышке и формируется у нас рейндж боковик, консолидация. Называйте как хотите, принцип один и тот же. Да? То есть цена двигается внутри вот этого горла. И 13 число у нас вот здесь. И вот 13 числа мы получим всплеск волатильности. С учетом того, что что если вдруг у нас будет негативный данный, естественно, движение вниз, то у нас существует страховка в виде конвергенции. То есть, если цена уходит вниз, то чем ниже, тем острее будет конвергенция. Особенно по RSI и объемам. Особенно по RSI. Кстати, туда входят и другие индикаторы. Кстати, и наш могли Теперь хочу показать очень интересный момент. Дело в том, что вы видите, мы сейчас находимся на локальной наклонке. Я сказал в начале видео, что уже было исторически похожая ситуация. А где же эта ситуация была похожа? Кто-то скажет, после FTX дампа в ноябре 2020 года Года. Нет, неправда. Там сразу мы имели конвергенцию. А вот похожая ситуация, говорю, было в июне месяца 2022 года. Ровно тогда, когда я прогнозировал дно по биткоину. И технически оно и было в июне месяце. Однозначно. А по цене это случилось в ноябре при сообразовании конвера. Но это, как говорится, совсем другая история. Так вот, здесь у нас локальная восходящая линия. да, То есть, которая соединяла 18 июня и 30 июня. В итоге, цена торговалась и двигалась сугубо по ней. И это было длительное движение. Но почему Почему здесь схожесть фракталов? Дело в том, что гистограммы у нас показывала, естественно, объемы небольшие, дальше небольшой лонг и больше объемы с затухающей гистограммой. Ровно это мы имеем сейчас. То есть небольшая гистограмма, небольшой объем роста и после снова пролив с повышающимися объемами. Также мы здесь мы имеем локальную восходящую трендовую линию и здесь имели восходящую локальную трендовую линию. То, что мы повторим вот это движение, да, то есть раз, два, три, четыре, пять, пять индейцев, я шучу, нет такого паттерна, то маловероятно, я бы даже сказал, нереально этого не будет. Хоть здесь есть и существенная схожесть, очень серьезная схожесть, да, по фракталам, но есть и существенное отличие. Это все-таки угол тренда. Здесь у нас был в июне или месяце достаточно серьезный под 45 градусов, а здесь гораздо-гораздо меньше. Но схожесть здесь существенная, потому что здесь был локальный восходящий тренд, и здесь мы имеем локальный восходящий тренд. Поэтому, конечно же, здесь будет своя история, свой сценарий поведения цены но учитывая всю составляющую включая гистограммы можно сказать что тезис о том что многие рассказывают сейчас там прям в ближайшее время за 40 тысяч другие рассказывают за движение ниже 20 тысяч нам обновление лаев дело в том что и первые и вторые врут и я не совсем понимаю зачем такие роскозни когда очевидно и я вам многократно показывал у нас действительно объективно боковик в районе двух 6 месяцев и в этом видео я рассказывал показывал достаточно скрупулезно и подробно и ранее и писал в постах телеграм но тем не менее, нужно понимать, что время до Халвинга это время нестандартного поведения цены. Но боковик предусматривает за собой всегда и движение вверх, и движение вниз. Но все равно у нас есть ярко выражен коридор. Причем по Вайкову, вы помните, 25 тысяч, зона аккумуляции. Это зона ниже, которой нам уходить за крепом. Запрещено. Нельзя. Иначе это удар по престижу и логике Вайкова. Но, коль мы заговорили сегодня и про гистограмму, и про трендовую, и про фракталы, и про конвера и индикаторы, то если мы идем по пути конвера, то в своем телеграм-канале, да, я публиковал буквально в четверг, если я не ошибаюсь, вот этот вот пост, то есть вот подобный вариант через образование конверов. С тем, что гистограмма еще немного погрузится вниз и потом выстрелит вверх уже там после 13 сентября. Но еще раз, это если трендовая не удержит, то есть мы пойдем по пути отличному от к тому что был в июне июле месяца 22 года то есть вот речь идет про эту составляющую если идет пробой этой локалочки то да вот мы можем получить здесь вот еще небольшую дугу поэтому здесь ситуация по сути патовая но патова выигрышно на мой субъективный взгляд идет прорыв идет конвер все равно сколько вверх не идет прорыв мы двигаемся дальше по локалке вверх естественно в том числе растем то есть и там и там рост и это хорошо для среднесрока долгосрока к слову о локальных прогнозах буквально четверг я пишу вот этот вот пост, обратите внимание, я пишу, что существует возможный вариант еще через одну попытку прорыва, то есть попытка прорыва, вот о чем я толдычил и толдычу, и показал мне еще раз, да, вот если мы идем, пытаются пробивать эту локалочку. То есть есть возможный вариант подобного действия, но технически, технически я вижу, что должен наступить локальный лонг сегодня-завтра, то есть вчерашним днем я пишу сегодня-завтра, вот именно на момент написания поста. Соответственно, если идет прорыв, идет отсрочка этого лока. Лонга. Если не идет прорыв, то он должен быть сегодня-завтра. И мы его получили днем вчерашним. Кстати, это очередное попадание в яблочко. После того, как я, помните, в постах писал, что через 6 дней, плюс-минус 2 дня, должен наступить что-то очень бодрое лонговое. И как раз таки это и случилось. Вот здесь, 29 августа. Поэтому пока вот в этом опаснейшем боковике локально идем по прогнозам четко. Пу -пу -пу, чтоб не сглазить. Как говорится, хорошо, когда ты шаришь в этой теме. И теперь что касается логики Вайков. Вы помните, да, что мы говорили, что может быть третье касание 25 тысяч долларов за биткоин. То есть было раз, было два. И, соответственно, вполне реально третье касание. Его еще не было. Фактического не было. Плюс ко всему, если учитывать, что мы зоны аккумуляции, то у нас здесь существует вероятность симметричного треугольника или что-то около того. Потому что все воспринимать буквально из теории нельзя. Это бред. Я вам точно могу сказать за всю свою практику. Я не видел ни одной идеальной фигуры. А я сутками сижу у графиков. Я уже молчу о том, что график, например, на CoinEx может серьезно отличаться от графика на Binance или, например, на Bitcoin. И что тогда? Окей. Okay. Так вот, речь здесь о том, что вот эта зонка важна. 24 800. Дело в том, что здесь есть вероятность, есть вероятность, возможность все-таки попытки заколоть, пробить, забрать вот эти стопы. Вот эти 24 800. И именно вот эти 24 800 здесь и фигурируют. Я как-то на этой неделе вам это показал, напомнил и зафиксировал, чтобы вы это помнили и знали. Но еще раз, это не обязательно случится. Потому что, опять же, вам показывал вот эту ситуацию, которая случилась в июнь-июль месяц. То есть мы не забрали вот этот стоп. Не забрали. И теперь мы смотрим с вами карту ликвидации. Действительно, из шартовых ликвидаций многовато и лонговых еще больше. Потому что лонгуют в 2-3 раза больше, чем шартуют. Я не устану это повторять. Соответственно, лонговых ликвидаций очень много. Да, то есть тут даже вон, движение крошите, пожалуйста, падайте до 25-138, тоже все те же 25-166, 25-24-800, они все здесь есть. Эти зонки все здесь есть. Вплоть до 24. 4000. Поэтому все-все присутствует. Но в любом случае сейчас уже сравнивается, идет паритет между шортами и лонгами. Кто-то топит за лютое падение, кто-то за неожиданный отскок и движение вверх. Я еще раз напомню второй раз за это видео. Друзья, пожалуйста, не ведитесь на это. Я глубоко сомневаюсь, что может случиться на ровном месте неожиданно бычий ралли до халвинга. Рост может быть и до 30, и до 32 тысяч. Без проблем. Но бычий ралли выше, там, скажем, 40 тысяч, вот теперь уже. То есть еще когда три индейца были, возможно было. Вот теперь сейчас в этих фракталах. Я глубоко сомневаюсь. Как и то, что мы можем или способны обновить дно. То есть уйти ниже 15600. часов. мне кажется, что те, кто топит за обновление дна, гораздо сильнее всех заблуждается, чем те, кто топит за бычий ралли сейчас. Поэтому я просто выступаю за то, что боковик 2-6 месяца. Если мы говорим про глобальное состояние дел. В боковиках можно и расти, и падать, но все в определенных рамках. А вообще, трейдеры, вы думаете, вы никому не верьте и не доверяйте. В целом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии в описании под видео замечательной биржа BitGit. торгуя на ней, вы сможете вступить в мой бесплатный, закрытый реферальный чат с эксклюзивным контентом для всех участников, абсолютно точно, включая специальный анализ, только для участников чата, комьюнити здесь очень и очень сильно. здесь все торгующие трейдеры, кстати говоря, причем достаточно успешно, ну а также не забывайте вступать в мои социальные сети, TikTok, Telegram, Twitter, все мои официальные контакты снизу под видео, нигде-то там не ищите в телеге, попадете на мошенника, причем вот эти все плашки, которые с Внимательно читайте, мошенников очень много, в крипте обманывают. На сегодня все, хороших выходных, бодритесь. И помните, что бык ест зеленые яблоки, медведь ест красные яблоки. А успешный трейдер в Дубай на синеньком Макларене проскакивает на оранжевый цвет светофора. Всем добра, не забывайте, что на выходных это прекрасное время встретиться с родителями или хотя бы им позвонить. А также не забывайте про своих детей. Увидимся.